Дорогие друзья, в преддверии юбилея нашего любимого конкурса от всей души хочу вас поздравить с этим нереальным событием. Я говорю нашего, потому что все вы прекрасно знаете, как в Казахстане относится к славянскому базару. И будучи еще мальчишкой, я очень мечтал принять участие в качестве конкурсанта в Славянском базаре. И в 2015 году моя мечта осуществилась. С того момента я выступаю на Славянском базаре в качестве гостя. И ежегодно, каждый раз я убеждаюсь в том, что великий белорусский народ очень доброжелательный, очень гостеприимный народ. Я от всей души хочу вам пожелать всего самого лучшего, счастья, любви и мира. Славянский базар – это тот проект, который реально на своем примере доказывает то, что музыка не имеет границ. Музыка действительно не имеет границ. И хочу еще раз повториться и сказать, что я вас очень-очень сильно люблю. Очень люблю Белоруссию, очень люблю белорусский народ, очень люблю Славянский базар. На сцене Славянского базара я постоянно чувствую себя как дома. И это чистейшая правда. С юбилеем вас, друзья. Всего наилучшего. Люблю.